продолжение сотрудничества. С 2000 года в Ленинском районе существует практика подписания двухстороннего соглашения между администрацией муниципалитета и районной организацией профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания. В Ленинской районной организации профсоюзов состоят более 2000 человек из 36 организаций. Глава Ленинского района при заключении договора представляет сторону руководителей муниципальных организаций и служб, а председатель организации ставит подпись от имени членов профсоюза. Прошу вас, уважаемый Олег Владимирович, подписать двухстороннее соглашение. Двухсторонний договор является важным документом, регламентирующим отношения членов профсоюзов и работодателей по целому ряду важных вопросов, предусмотренных трудовым законодательством. Заработная плата, защита, это у нас занятость, это охрана труда, это отдых и работников и их детей. Ну, то есть вот все вот вопросы, которые жизненно важны, что ли, для работника. Кроме того, в двухстороннем договоре отмечаются дополнительные льготы и выплаты, которые устанавливаются для работников по предварительному соглашению сторон. Подписание договора происходит раз в 3 года.